Марта Зайнуллина, серебряный и дважды бронзовый призер зимней паралимпиады 2018, удостоена ордена «Дуслык». Награду ей сегодня вручил президент Республики Татарстан. Призывники, по каким-либо причинам не получившие повестку, обязаны сами приходить в военкомат. Госдума в первом чтении приняла законопроект о явке. Повестку могут вручить не только самому призывнику, но и совершеннолетнему члену его семьи. Парк футбола чемпионата мира приедет в Казань 5 мая. Он уже начал путешествие по российским городам. В каждом городе пройдут мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола.